Депутаты «Единороссы» Одинцовского городского округа приняли участие в работе территориального штаба по противодействию распространению коронавируса COVID-19. Заседание провел глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов, который отметил, что ситуация постепенно улучшается. Также глава и члены штаба высоко оценили деятельность партийцев, отметив большой объем проделанной работы. Отдельную благодарность выразили волонтерам автомобильного отряда волонтерского центра помощи населению.